теперь давай почитаем. Давай почитаем. Джордж, быстрее! Динозавр! Прыг! Не динозавр! Машина! Джордж, Джордж, водитель! Пеппа, пассажир! Держитесь за поручни! Бип-бип. Привет! Стойте! Кто взял мою машину без спроса? Джордж хочет на детскую площадку! Разрешим свинкам поехать на детскую площадку? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Давайте так. Вы прочитаете, что здесь написано, а потом поедете на детскую площадку искать сюрпризы. Ура! Сейчас. Пеппа! Не можешь прочитать? Смотри, написано «Ма». Ма. Отлично! Тогда садитесь в машину. Только я подниму бортик, чтобы было безопасно. Джордж, пассажир! Пеппа, водитель! Пеппа, жми на газ! Стой! Почему? Мне твердо! Ой, давай сделаем Джорджу подушку. Мягкую, красивую, белую подушку. Садись. Ой, как мягко! Вперед! Вперед, вперед, вперед! О, пандус! Наверх! Держись, Джордж! Как высоко! Вот это да! Как они высоко! Теперь ищите сюрприз в снегу! Я буду дуть! Нашел! Там написано «Ши!» «Ши!» Поднимай ши, Пеппа! Сейчас! Тебе нужно поднять ши. Ши. А теперь давай соединим ма и ши. Джордж соединит. Соединит. Ой-ой. Едем! Я помогу! Ма-ши! 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 А еще кубики будут? Они в игровой комнате. Пеппа, знаешь туда дорогу? Да! Джордж, дави на газ! Ой-ой-ой! У кого-то закончился бензин! Я хочу в игровую комнату! Тогда я должна позвать бензовоз! Машинки! Бензовозу пора на работу. Сначала в тебя нужно залить бензин.
Открываю цистерну. Это воронка, чтобы бензин не проливался. Готов? Убираем воронку, закрываем и отправляем тебя на помощь к свинкам. Чтобы залить в машину бензин, нужен шланг. Размотался! Присоединяю! Что дальше? Дальше накачиваем воздух. А в бензобак! Понятно! У них получилось! Садитесь, свинки! Им еще нужно найти две буквы в игровой комнате. Поехали! В игровой комнате! Ура! Кубики-шарики! А я хочу в бассейн! Ой, ой, что-то нашла! Это Н! Ой, Жорж все разгружает! Тяжелый кубик. Может быть, следующий привезете на самолете? Ой, Джордж сел. И Пеппа села. Полетели. Ищите А. Захожу на посадку! Молодцы, свинки! Какое слово у нас получилось? Машина! Машина! Я вами горжусь! Вы так хорошо читаете! За это я приготовила вам подарок! Дети, что за шум? Машина? Кабриолет! Папочка, это нам подарила Маша за то, что мы такие умные! Умные? А теперь папа повезет вас кататься! А ты хочешь почитать еще? Ма! Ши! На!
машина.